straight to the это типа с ребенок. Да. Если не знал. О, что там за тачка едет какая-то? Вон. Ты такой уже не снимаешь, да? Вырезать прямого сюда не смотрите, что так прикрывает. Как я тебя вырежу? Ну пошли вместе туда. Я сегодня. Я сегодня не микрофон забыл, все.
пошел. Это и так уже известная личность здесь. А, понятно. Будешь известен. Ну, я смайлик поставлю. О, что это есть? Что за мэр? Ты даже не видишь, что там снимаешь. А, это май? Ну откуда нам знать? Да я хотел снять девушку с плакатиком. Туда же пройду. Че? Чего она там Так, добрый вечер, Павел. Я Олег. Что-то я все сегодня все забыл. Микрофоны забыл. Все забыл. Так, добрый вечер, Анна. Да, мы сегодня это с Волктусаном здесь. Я его охраняю. Работает, смотрите, его аппарат. Все beautiful. На этом снимает свои шедевры. Все, ребята, я получил уже от Волктусана подтых.
Ну, музычку. Ну, как это полностью поделать? Как, ребята, он меня бьет. Пишет, наверное, очень жарко, наверное, идет еще испарение от асфальта. О, такое fashion, такое beautiful. Тут дождя не было, кстати. Не было? Не было. Со стороны прошло. Такой профессиональный фотограф. Девушка интересная где-то, а он ее даже снимать не стал. Да. Какая красота. Beautiful. Фламинго, да? Фламинго, или как это называется? Розово. Фламинго? Блогерш? Вот, какая-то фотосессия. Два фото. Прятаться, типа, да? Я понял. А вон Мекс какой интересный. Первый раз вижу. Глянь, какой Мекс. Ну, а вы
что в нем делали, как проводили свое время. Кто на даче, может быть, там эту картошку еще не копают. Или она в сентябре нужно ее копать. Мы раньше на даче выращивали эту картошку, потом забросили это занятие. Раньше больше людей было или так же? Больше было людей, ну. Твой китаец? Нет, тот уехал. А это кто? Корейцы. Этот телефон упал с велосипеда Samsung. Весь чехол разлетелся. Да. Но вроде не разбил. Горело, в этот год даже огурцов нет. Ну все, на даче сгорело, даже огурцов нет. У Ани на даче. Делитесь трансляцией по-братски. Какая фотосессия идет.
нас там лайков, что-то лайков вообще мало. Шестнадцать лайков у нас. Тусан там работает, работает. Ты сегодня без каких-то будешь? Какая красота, да? Ой, ты даже прям... Красота какая у тебя. Выглядит очень молодо. Ну какой есть? Я не понял, там в соцсетях можно делиться, ставить хэштеги в новостях по определенным запросам.
штучки. Такие трансляции нельзя смотреть. Видишь, он что написал? Происходит, а я не отключил чат, пишу себе, кто хочет. Я могу еще одну музыку в колонке включить, и все нормально будет. Да, да, да. Как я буду в глаза людям смотреть. Давай для перекрестка дойдем и обратно. Ну я понял, да, да. Откуда ты знаешь, что это он? Если меня отметили или написали, это уже нет.
Ничего себе. И пешком? До перекрестка пройдем. Ну, вроде чуть похолоднее стало, да? А, посветлее, да, фильтр сделал? Можно сейчас, да, зачем тебе? Уже темно, и лучше картинка будет. Тебе сколько нам? На 100 гигабайт, что ли, это снять? Привет, подписался впервые. Просто гуляю, наверное, знакомимся. Да, прям на нас. Не, мы снимаем. Не это. У нас вот Валк Тусан знакомится. А у нас тут не особо и темнее, и светлее. Так когда мы поедем новый объектив-то покупать? Я думаю. Ну пойдем, Галь, все, поменял. Пойдем. И затормозились, да? Да, да. Они не ожидали, что я прям так сразу прям прыгнули. Начну с него. А вон мы на той стороне глянем. Приблизительно. Красивый кадр. Как они, да, отдыхают. В работе у меня сейчас основная моя тема сразу. Поэтому... Цикли? Пойду дальше, что ли? А уже тебе палят? Это надо быстро делать, не так, как мы идем, ну пошли дальше, потом вернемся с другой стороны. О! Неожиданность. Ну, на 7200.
Вон уже свечи зажгли, видишь, что? Прикольно. Ну, красиво так. Давай построим. А, ну пойдем, надо же доснимать. О, кстати, отсюда даже лучший вид. Так ты подожди, чтобы машина отъехала. И... Бог, Сусан там пытается кадр красивый сделать. Красавчик. Народ, поставьте лайки, пожалуйста, кто еще не ставил. Ой, я думал, это собачка, это из этого космического вот этого. Это не Чебурашка, это из фильма космического. Фантастического. Нет, не Чебурашка. Ты смотрел этот фильм? А, ЖК, я понял. А я про девушку. Я про девушку. Да я могу тебе кадрик дать, да? Ты растянешь? С ХД. Ты же 4К снимаешь. Я сижу часто, когда вот как бы. Да ладно. Такие уже, да, не снимаем, да? Да, Павел, на айфон. Но самый дешевый, дешманский. Сзади это. Девушки танцуют, давай снимай, пока танцуют. Извини, мастер. Это качество не очень. Не знаю, может, интернет плохой сейчас. О, пропустится, пропустится. Сейчас покажется. Все, я молчу. Пошли куда-нибудь, куда? Плюс же я же на эту стримаю, как ее? Призму это, а в призме может быть качество хуже. Битрейт нормальный, ну, в принципе, был нормальный, там, максимум до 10. Ну, может, интернет, да, плохо. Кто в качестве хочет потом посмотреть это, на Яндекс.Дзене смотрите. А что ты тут не снимаешь?
бассейн, да? Ой, красота. Пошли, все. А вот, смотрите на себя. Шедевры снимать. Ладно, пойдемте, что, не знаю, куда. Давайте еще пройдемся и в сторону дома уже пойдем. Он убежал от нас, я ему мешаю снимать. И он убежал. Ну, телефон еще немножко светлее делать, так немножко потемнее.
Не хочет? Сусан расстроился, что это. А он там или Ламборджини, или что-то такое, пойдемте посмотрим. Он уезжает. Там зеленый свет. А нет, вот вроде мы успеем ее догнать. Еще по этой стороне пройти. Людей это больше становится. Видно это. Еще себе какая красота. Просто бьютиху. Кабриолете.
ответь. Там что, все обсуждаете картинку, что ли? Я же говорю, вы потом на Яндекс.Дзен зайдите, посмотрите, как он снимает. Это же от интернета еще зависит. Если хороший интернет, хорошая картинка. Если плохой сигнал, плохая картинка. Во втором эшелоне может быть. Полный на фонарь отходит. Смотрите, там такой движ. Он уже в Макдональдс убежал. Спасибо за подписку.
Понятно, вот она где, морда. О, ну извини, друга. Я думал, ты же в Макдональдсе там сидишь, кушаешь. Музычку наложишь, в чем проблема там? Или звук из другой части? Ты же профессиональный, там такие переходы, даже мне не рассказываешь, что там. Я даже смотрел, я даже такого не нашел. Какие-то прям, как в этих фильмах, знаешь, про этих вампиров там исчезают в кадры. Как ты там это все делаешь, ты хоть расскажи. Ну, понятно. Чего, куда идем? В Макдональдс? Ты угощаешь друга? Мне денег нет. На пятачке вот так можно постоять. Ну давай постоим. Короче, слева мы проходим кафе Аист, если вдруг кто не знает. Валяется немного. Ну да, что-то темновато. А тут я один и два, да? Хотя я тоже сейчас из 2000. Поднял, да? 2000. Так у тебя же вроде 4000 ИСа рабочие. Мне тут один сказал 12. Да ну, 4000 и 4,5 рабочие. Я думаю, на 12 там сколько вылезает. Тут, видишь, свет на них красный, то зеленый. А мне там это один подписчик написал. Где в Москва-Сити снимал, ну, во время дождя. Он говорит, прям как в фильме это «Ходячий по лезвию», или как там фильм называется? Еще неправильно? Нет. «Ходячий по лезвию». Да, beautiful. 10 из 10. Все, может... На ту сторону, да, пойдем. Стоишь, ну пошли, перед ним. Чего? Пойдем обгоним. Да мы обгоним. Да, вот там пойдем, обгоним ее. Ну пошли здесь обгоним. Пойдем, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Побежи, побежи, побежи. Ребята, мы убегаем, убегаем. Такой красоты вы тут 100-метровку пробежали. Да, да, давай здесь постоим. 100-метровку. Как самокат тебе сделал.
Подписчики, вызовите скорую. Приплохо. Меня самокатик сбил. Скажите канал, подпишитесь. Прогулки по Москве, наверное. Прогулки по Москве. На Ютубе. Я вам советую на Twitch переключаться. Да. Мы сами знаем, мы на Twitch вести. Шевроле, это Камара, да? Прикольно. Мы тут всю красоту прозевали. Ты видишь, это местечко себе нашел. Живой дом, наверное. Посмотрим там. Пойдем посмотрим. Что ты в Макдональдс не пойдешь? Пойдем. Ты пойдешь? Ты уже всех, всю красоту расшугал. Она, видишь, в этот раз высказалась. Обычно же не высказывалась. Обычно она просто телефоном прикрывает. Да. Все такое. Нет, он же там... А я же тебе рассказывал, тогда идет другая девчонка перед ней. И она ее... Это, ну, она мне в кадр такая, типа, лучшие пальцы не среди, а так от два пальца, так Виктория, победа. Вот. И, а та за ней идет, и та, типа, не надо снимать. И, ну, а я и другую снимаю. Вот. Что, пойдем в ту сторону? Пойдем. Пойдем. Белая дорожка, или как красная? Пойдем. Красная дорожка. Покажу, какая тут это. Отойди. Вот, дачники на Бали. Видишь, они что-то рекламируют. А, он исчезло. Что я хотел показать? Ну вот сейчас поменяется. Афиш. И что? Помнишь, машина ездила, дачники на Бали, не это или это спектакль? Не знаю, я не помню. Ты что там уже удаляешь? Не хватает места? Нет, ну, вот горячий. Или наоборот, холодный. Я уже забыл все баланс. Не, я.
где она с той стороны идет через, ну, ту улицу, со стороны Макдональдс. Да, да. Да чего тут ходите? Да ладно, по 10 раз туда-сюда. Павел пишет, чего на вас девчонки бычились? Ну, мы уже с ней как родные стали. Да, я говорю, beautiful, говорю, какая красивая девушка. Английский не понимает. Думала, что мы рубнулись на нее. Мне кажется, это какая-то это, блогерша знаменитая идет из «Звездных войн». Нет? Это не Симона, случайно? Которая это, с Новиком там. Все на нее смотрят. Ты что-то стесняешься? А вот с таким кислым лицом. Когда увидела, да, ну. Да? Да, только не надо это на в прямом эфире произносить. Да. Что, куда идем? Зеленый. Белоусов Олег написал, это певица. Певица? Да, вижу, он ее узнал. Туда пошло. Ты побежишь здесь снимать? Кстати, какой-то товарищ, ой, это я обратно пошел. Книжки продавал какой-то этот писатель, я прям лицо его, ну, у него прям знакомое. Да, да? Писатель? Стил. Ну что, пойдем в Макдональдс, что-то тут совсем темно уже. Кафе «Аист», кто не знает. Один и два. Ой, два. Один и два было бы хорошо, конечно. 2,8. Не, ну ты слушай, если я с этим чухом объективом, то ты кажется, чухом. Ну чехол специально продается. Одеваешь, и он у тебя черного цвета, любого можешь купить. Называется чехол для это фотоохоты на этом eBay. А, такой, знаешь, будет защитный. Может цвет, защитного, может такой. Защитного, может черный, может синий. Какой хочешь. То есть он просто вот эти белые, да, части закрывает. Да. И еще функцию от дождя там защищает как-то. Так он и так от дождя, он защищен от дождя. Ну, так, ну а зачем тогда вот это, я когда на Сюшило ездил, этот чехол покупал. Ну, тоже под большой объектив. Ну, вот я же тебе его хочу подарить, а ты не хочешь. Ну, от дождя он там защищает от всего. Пакет? Нет. Здесь вот такой чехол прошитый, а здесь, где сам этот объектив, там другой какой-то материал, как гофра такая легкая. На резиночке. Все. Ну, пока нету. Так там сегодня «Газель» стояла, грузила все эти самокаты, просто подъехали, собрали все самокаты в округе, ну, с Патриков. И прям эту «Газель» прям под сам этот верх
забили. Ну, на зарядную станцию видно сразу, куда-то отвозят их там. А, вернее, не на зарядную, они их отвозят в определенные точки, а туда уже вот эти подъезжают, которые аккумуляторы меняют, понял? А этот, видишь, он отвозит их на места, вот на паркинге. Вот он их... собирает, вот кто-то оставил у магазина, вот ты должен... Да, он его собирает и везет этот, к той газели, где они дальше их грузят. Да не газели он везет, он, наверное, везет их к метро, да еще. Я тебе потом ссылочку скину, я вот снимал, и посмотри. Они газели. Подъезжают, да, к газели подъезжают вот эти самокатчики, ну, привозят по три. Паркинг их не, зачем куда-то на газели их везти, куда? Замкатку их везти, куда? Я не хочу спорить. Я тебе говорю, что сегодня вот было, вот возле Аиста стояла газель. Ты не знаешь, куда везли. А я тебе рассказываю. Ну, ты ехал на этой газели, ты смотрел? Я возле нее стоял, зачем мне ехать на газели? Куда повезли они? Все под... Я не знаю, куда они дальше повезли. Но они же грузили эти самокаты. Куда? Не знаю. Вот этот Антон Бажин, он рассказывает, вот эти, это как-то он назвал эту работу, которые собирают эти самокаты. Говорит, одни, говорит, собирают и свозят в одно место. Разряженные, заряженные, просто в одно место свозят на эти стоянки. А потом в это место приезжают вот эти челленджеры, или как-то там их называют. И заряжают они, вот эти привозят на машинах огромное количество вот этих аккумуляторов и заряжают это. Ты посмотри у него видос. Он целый день потратил с ними, видео снял. Я видел, он на каршеринге привез он эти аккумуляторы, вот. Вытаскивал их и вставлял их. Правильно, в правильно. И в этом же видео он, ты же не весь видео смотрел. Какое он... видео? Я видео вообще не смотрел. Я видел вот там своими глазами. Так вот я тебе рассказываю, вот этот рассказывает. Он с одним этим человеком целый день они проездили вместе. И вот он говорит, что вот один, у них разные есть. Одни собирают самокаты, я же тебе рассказываю. Собирают самокаты. В одно место свозят. А вторые с батареями приезжают и в этом месте их заряжают. Не знаю, я видел, они вот ездят с этими коробками, там уже батареи эти лежат и заряжают, вставляют, меняют. Я понял, ты меня опять не хочешь слушать. Я тебе рассказываю, у них разная есть работа. Вон на Авито зайди и посмотри. Ну, работают зарядки аккумуляторов. Я тебе объясняю. Вот, которые их заряжают. Нет, он их не заряжает, они уже заряжают. Он поменял, туда плохой поставил, а туда хороший. Я тебе рассказываю. Да, есть такое, вот одиночный самокат. А есть специальные места у них, где они свозятся, вот со всего этого района свозят аккумуляторы. У них между собой они в чате, ну, списываются вот эти вот зарядчики и вот эти, которые свозят. И говорят, вот сюда мы везем самокаты. Так и надо искать. Приезжает машина, да. Там стоят у них заряженные аккумуляторы. Там. Берут все самокаты, там, которые разряжены, и везут к этой машине. Заряжают. Так вот, я тебе вот я объясню, что две разные у них либо работы. Просто приезжает эта машина, туда все самокатчики приезжают, вот здесь с этими ящиками, берут себе эти аккумуляторы и разводят их по тем, которые разряжены. Вот и все. Просто им проще заряжать в одном месте, чем ездить по всей Москве. Они ездят тоже. Кто-то взял у нас самокат и оставил его около дома. Да, я понял. А он эти самокаты привозит опять на то же место, где их парковка. Я понял. Но это он мало заработает денег. Они, вот я же тебе говорю, объединяются в эту фигню. То есть одни одну задачу делают, вторые другую. И вместе они зарабатывают больше, получается, денег. Так ему надо ездить, искать эти самокаты, а так он приехал в одно место, сразу в 50 аккумуляторов поменял. У тебя тут возмущение, даже микрофон улетел. Не микрофон, а так. В общем, мы тут с Валком Тусаном уже чуть не подрались из-за этих самокатов.
Вот так надо было мне и сделать, да, когда ты приходила. Видите, Волк Тусан меня плохому тут хочет научить. Я понял, да. Я понял. Чтобы они все были на парке. Вот. Может быть, вот эти про это. Ну, в некоторых местах на этот паркинг не может подъехать вот эта машина с этими аккумуляторами. Ему неудобно туда. Пробки или еще что-то. Понятно. Тогда едет другой, который развозит эти аккумуляторы на самокате. Да. А третий делает еще по-другому, я же тебе говорю. Собирают эти по всему району вот эти. У них приложение, у них прям показано. Вот у этого бажана показано. В этом приложении показано, где все эти самокаты стоят. То есть точками. Ну, самое проблематичное, когда он полностью разряжается, это умирает. Вот тогда интересно, ну как они запускают по. Вот, то есть они берут два самоката, с одного запитываются, вернее, один рабочий колесо должен специально раскрутить зачем-то у другого, ну то есть кладут на асфальт, и в одном включают скорость вперед, и он этим колесом раскручивает колесо, и он еще с другого аккумулятора, ну, подзаряжается к этому. Ну, он это колесо, он раскручивает, и он начинает заряжаться аккумулятором. А, ну может быть. Там же есть вот это, когда он, ну, когда ты тормозишь, у тебя начинается вот эта рекуперация, как это называется. И он начинает заряжаться. Пишет вывод, ножной самокат лучше. Полностью согласен. Так можно на таком тоже кататься, ногами просто толкаться, чтобы тяжело. Так сколько времени-то уже? Уже 9:30. Так что, я тебе угощаю, да? Конечно. А я что-то проспорил? Или ты проспорил? А я не помню. Вот такой бьет чехол. Это мы ее уже где-то видели. Может, ну пошли. Фигуристки. А, может быть, кстати, да, здесь похоже. Открывай. Ну ты же там что-нибудь скромное заказываешь. Ты как-то закажешь. Как обычно, 5000. Пойдем вместе за ним сначала. Сюда же? Ну давай пойдем поищем там. А вон вы ничего не знаете. У меня просто, докторять. Вон еще, извините. Жарко вообще, да? Что, не обратно сейчас пойдет, что ли? Она спряталась за трубу и стоит пресс. Я сначала не понял. Да что за прикол? Это ржет другая.